что меня приятно удивило, это отсутствие замка. Вот, ну да. То есть можно сюда зайти. Здорово. Здорово, здорово, здорово. И потусить. Ну, в принципе, неплохо здесь, я бы сказала, да? Жить можно. Ну, вот это вот откровение от меня, для меня, что можно здесь зайти любому и практически насладиться жизнью. Ну, главное, соответствовать возрастной категории 55+. Ну, понятно, что для... Это все не предназначено для... Ой, русское слово, господи. Для всяких разных.